Вот как бы у Даши свой компьютер, ну, потому что как бы у профессионала у нее как бы вот компьютер свой, она там как бы смотрит элементы, там все дела. Но... А у меня как бы... Да, заказы там, все дела. А у меня как бы вот свой компьютер. Он есть у меня, вот. Типа, как у начинающего, знаете там. Вот. Ну, в принципе, я накачал. Вот, смотрите какой. Вот такой мне шар попался. Красный. Вот. Видите какой? Большой меч. Боня хочет меч. На, по голове мечом. Подходи. На, по голове мечом. Боня у нас просто любит шарики воздушные погрызть. Поэтому он так стоит и смотрит. Вот. Я сам надул эту колбасу. Сейчас я буду что-то делать. Фигуру буду делать из нее. Пока Даша там делает какого-то чувака. Много черных шаров у нее каких-то там. Мы, в принципе, в конце увидим, что она делает. Все, сейчас буду думать, какую фигуру мне сделать. Пороюсь в интернете и сделаю какую-нибудь фигурку. А пока хомячки. Вот как бы у меня там маленькая фигура, как у начинающего. Из одного шарика, из одного, я сделал, как вы думаете, что вы сейчас увидите? Я сделал. Рогаточку я сделал. Рогатулину такую. Вот. Ручка у нас есть. И вот, как бы. Ну, она без резинки. Надо еще резинку сюда прицепить. Вот, смотрите, какая рогатка. Стрелять. По собакам. Они так смотрят на меня. Не бойтесь. Бояться. Очкуете мои рогатки? Так что валите давайте. И они свалили, короче. Во! Они боятся рогатки, собаки. Вот такую я рогатку сделал. Я могу делать фигуры. Опять пришел. А Даша продолжает делать.